Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 4. Ремонт переда. Итак, разбираю. Итак, разобрал, ремонт легкий, надо подровнять несколько деталей. Начинаю ремонт. Сначала вытягиваю. Кусочек пришлось вырезать. Отровнял его и теперь привариваю обратно.
Итак, размеры в порядке. Работа с металлом закончена. Теперь отремонтированное место покрашу. Отлично. Теперь немного антикора. Устанавливаю детали передка, какие есть. Моя работа закончена. Эта работа заняла 10 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!